ребятки, мы в городе Кирове, едем по улице Комсомольской в сторону Комсомольской площади. Да, она уже впереди. Мы проезжаем с вами какое-то тут железнодорожное управление, не знаю, что оно делает. Вот этот домик справа раньше был детский мир, его тоже все знали, а сейчас его кто-то скупил, и он уже стал не он. Ой, собака идет, как моя овчарка. Так, видите, домики впереди, такие пятнистенькие, яркие. Это уже Комсомольская площадь. Домики раскрашены в стиль дымковской игрушки. Дымковская игрушка – это то, что выпускается у нас. Ну, в смысле, не выпускается, делается, создается мастерицами, делается вручную. Возможно, вы видали, слыхали, большинство людей видало, слыхало. Глиняная игрушка. В каждом регионе такое делали, но у нас она просто, наверное, самая такая яркая, привлекающее внимание, потому обычно вот нашу всяким иностранцам раздаривают и все такое. То, что впереди, это Комсомольская площадь, куда мы сейчас выедем. Ну, название у нее, конечно, громкое. Ну, то есть она площадь, наверное, и есть, потому что здесь вот так объезжают, расходятся машины по-всякому разному. Но она не человеческая. Ну, то есть людям где-то погулять по этой площади невозможно. То есть тут только едут автомобили. Вот вдоль этих красивых пятнистых домиков тянется тоже, как бы считается, Комсомольская площадь. И адрес, по-моему, даже у домов идет. Хотя, может, конечно, Комсомольская улица. А вот не знаю, ребята. А вот не соврала ли я вам, что мы ехали по улице Комсомольского? Дальше точно улица Комсомольская уходит. А возможно, там была Карла Маркса, которая просто загибается. Вот засомневалась. Ну ладно, пока я сомневалась, мы доехали с вами до вокзала. Вот это синенькое здание, вокзал. Я к нему не поеду. Я поворачиваю, и я еду в сторону автовокзала. Правда, в сторону автовокзала я тоже не доеду. Хотя до него всего квартальчик. От ЖД вокзала до нашего автовокзала всего квартальчик. Мы едем по улице Горького. Но я по делу сверну раньше. Но просто ради интереса. Да. Нет, не буду я сворачивать раньше. Ну, в смысле, я сверну раньше, но автовокзал я вам покажу. Я вспомнила, что во двор, в который мне надо свернуть, там очень плохая дорога. Знаете, у нас раньше и в Кирове были плохие дороги, но их исправили. А вот во дворах еще плохие. Вот автовокзал, вот это вот сине-серо-желтое. Во. То, что я сейчас держу в центре экрана, вот это наш автовокзал. Он довольно большенький. Но отправление идет в основном по области. Еще знаю, что вот в Казань идет. И мне кажется, еще в какие-то ближайшие города, типа Сыктывкара, чего-нибудь еще. Я поворачиваю на улицу Некрасова. Еще раз, я по делам. Вас катаю просто так. Впереди будет Октябрьский проспект. Пересечет улицу Некрасова. Но я до него не доеду, потому что я сворачиваю. Спасибо, мои зайки, что посмотрели. Хорошего вам дня. Подписывайтесь на канал. Иногда я пишу про город Киров и выкладываю видюхи. Пока-пока.